Глава 4, подзаголовок 5. Истинная причина конфликта. Арабо-израильский конфликт коренится не в вопросе о территориях, перешедших к Израилю в 67 году, не в проблеме беженцев, возникшей в результате арабской агрессии 48 года, и не в узурпации права на самоопределение палестинцев. Истинной причиной конфликта является упорный отказ арабов признать право Израиля на существование в любых границах. Тактические приемы арабской пропаганды направлены исключительно против Израиля, поэтому они снискали поддержку многих правительств. Однако рано или поздно государства мира должны будут дать себе отчет в том, насколько последовательно они готовы защищать арабские лозунги, и в особенности ту извращенную интерпретацию, которую дают арабы принципу самоопределения.